Английская обувь, крем-шуз называется позиция. Вот начали с детской, 25 размера. Состояние по подошве, видите, да, хорошее. Тут тоже у нас все нормально. Так, мешки по 25 килограмм. Англия, крем-шуз называется позиция. Так, вот тоже новая пара, 43 размера. На лето как раз. Так, еще одна детская обувь, 27 размера. Тоже вот, судя по наклейке, еще новая. Но, видимо, примеряли 28 размер. И, по-моему, натуралка. Он на подошве, да? Да, на подошве точно. Натуральная кожа. Тут очень много натуральной кожи. Так, хотя нет, не в этом мешке. Но натуралка тоже есть. 39 размера кроссовки, женские. Тоже вот в хорошем состоянии, без брака, без дефектов. Так, мужская обувь. 44-й тут указан размер. Большой размер, вот тут есть небольшой дефект. Это где загибается. Поэтому сделан вывод, что да, кожа искусственная, не натуралка. Если была натуралка, вот этого здесь не было бы дефекта. Так, далее. Пума. Размер. Размер указан, так. 35. 35 размер. Тоже вот практически новая обувь в очень хорошем состоянии. Так, ну вот тут вот есть дефект небольшой, по-моему, натуралка. Размер 37. Тоже, судя по подошве, в отличном состоянии. Так, мужские 11 размера, то есть это примерно 45 получается российский размер. Ну, тоже в хорошем состоянии. И внешне, судя по подошве, тоже. Так, здесь у нас Blue Motion 40 размера. Тоже на лето, новые еще. Так, 39 указан размер. Антишок. 39 размер. Тоже вот в хорошем состоянии. Англия, крем-шуз называется позиция. Так, 27 размера детские кроссовки. Новые. Так, здесь у нас 32 указан размер. Тоже новые. Так, 38 размер. Искусственная получается кожа. Тоже практически новая, в очень хорошем состоянии. Так, кроссовки бренда Nike. Размер на подошве не указан. Тут 39 оказывается размер. Тоже практически новые. Износ тут минимальный. В очень хорошем состоянии кроссовки. Так, Оливер. Нет, они не натуральные. Размер здесь, к сожалению, указан 38. 38 размер, в хорошем состоянии. Единственное, вот тут. Я думаю, это все можно очистить. Небольшой, скажем, есть изъян. Так, 37 размер указан. Крейн. Натуральная кожа. Так, 35-36 размер. Как это называется? Балетки? Да. Нет. Не, ладно. Все поняли. Так, тут размер не указан. Тоже новое еще. Бренд Tamaris. Хороший бренд. Натуральная кожа. 39 размер. В хорошем состоянии. Но они вот помялись. И тем более их вот так резинкой скрепили. Надо будет дать им время. Рикер 38 размера. Кстати, кремовая обувь идет всегда демисезонно. Я еще не встречал, чтобы было отдельно крем лето, отдельно зима. Обычно, когда зиму и лето делают, получается экстра. А крем получается демисезонный, потому что всю хорошую обувь кладут в один мешок. И хочешь не хочешь, получается демисезон. 40 размер. Новая.
Так, мы долго думали, что это такое. Я думаю, что это все-таки шипы. Наверное, так это одевается, скорее всего. Но точно не знаю дальше куда и как. Поэтому я точно не знаю, для чего это. Так, есть стельки. Тоже какие-то блатные. По-моему, силикон. Судя по всему, спортивная. Тоже никогда ранее с такими не встречался. Бренд Оливер, размер 40. В хорошем состоянии. Кожа искусственная. Так, Blue Motion 39 размера туфли. Новые. Так, без дефектов. Все хорошо. Так. Это у нас 38 размера. Сланцы на лето. Бренд указан Blue Motion. 37 размер. В хорошем состоянии. Скорее всего, еще новые даже. Так. 39 размер. Натуральная кожа. В хорошем состоянии. Но есть небольшой незначительный износ, судя по подошве. Так. Натуральная кожа. Размер указан здесь 40. Сделано в Греции. Так. 37 размер. Скажем так, есть незначительный износ. Так, кроссовки 37 размера. В хорошем состоянии, без брака. 39 размер. Новые Рикер. А нет, тут 36 написано. А, 39 это кассета. Цена 39,90. Я что-то это невнимательно посмотрел. 36 размер. Просто ценник еще есть на подошве. Так, 36 размер. Новый еще. Так, у нас что остается? Кроссовки и то, что потяжелее, да? Ага, сейчас. 36 размер. Маленький размер, 36. Так, есть вот такие 40, нет, 45 размера. Легкие. Детские 22 размера. Новые еще. Так, кроссовки 44 размера бренд Crane. Новые кроссовки. Мужские, размер указан 44, легкие. Так, мужские, 43 размера, натуральная кожа. Да, кстати, так и написано, снаружи, внутри натуральная кожа. Размер 43, хорошая обувь, новая. Классная. Классные ботинки. Так, далее 41 размера кроссовки, бренд Crane, спортивный бренд. Еще новые. Так, далее у нас тут идут кроссовки бренд Puma, размер, где размер указан, размер я что-то не вижу, примерно 41, наверное, размер, или 42, так, тоже вот еще одни кроссовки. Так, Blue Motion, 37 размер. По-моему, такие были белые. Да, вот именно с такой серебристым носиком были. Вот они, кстати. Да, то же самое. Черные были белые до этого. Еще новые.
Так, детские кроссовки, размер 35. В хорошем состоянии, по-моему, новые еще. Это похоже на натуральную кожу. Так, 39 размер. Кожа непонятно, натуральная или нет. Мне кажется, искусственно, но тут есть какой-то значок. 39 размер. Так, 37 размер. Ну, такие попадаются везде, по-моему. Так, туфли Blue Motion размер 38. Судя по этой бумажке и по подошве, еще новые туфли. Размер 38. Так, вот еще одна детская пара 29 размера. Новая, в хорошем состоянии. Ну, что, новая, всегда в хорошем состоянии. Так, натуральная кожа, 39 размер, Blue Motion. Кстати, новые, судя по подошве, их еще не одевали. Так, кроссовки 37 размера. Тоже хорошие кроссовки. Интересно, конечно, да. Размер 37, новые. Очень хорошие кроссовки. Рикер. Так, у нас рикера что-то много, по-моему, в этом мешке, да? 38 размера. Рикер. Так, 38 размер. Искусственная кожа. Да, искусственная. В хорошем состоянии. Еще практически новая. Но разные. А почему разные? А что, не, так и было, да? Нету пары, что ли? Но вот эти без пары получаются. Я удивляюсь, думаю, а что они разные? 37, 38, да. Вот так вот получилось. Но собирают люди на фабриках, поэтому не исключено. 37 размера. Поэтому рассматриваем со всех сторон. Кстати, вот тут видно, что левые немножко выгорели, а цвет изменился, кожа натуральная. Скорее всего, где-то на витрине это стояло, причем одна она стояла, и поэтому вот так вот получилось. Хотя обувь новая, но вот есть такой вот брак, скажем, изменение цвета. Я не знаю, как что-то можно сделать. Далее, 38 тут указан размер. Похоже на натуралку, по-моему, натуральную. Да, натуральная кожа. Натуральная кожа, но внутри искусственный мех. Кстати, новые еще, судя по подошве, в хорошем состоянии. Так, это мы не смотрели еще, да? Рикер, размер. К сожалению, не вижу размер. Рикер, еще новые. Примерно 40-й, наверное, да? Скорее всего, 40-й размер. Это последний, да? И последние остались вот такие резиновые сапоги. Утепленные. Размер 37. И на этом мы завершаем наш видеообзор.